Ready, Alexander? Александр готов? Come on. Yes. Давай. Andiamo. Okay. All right. Поехали. So, do we have our contract? Контракт. Good. Евгений. Евгений. All right. So it's your birthday today, you said. Значит, сегодня день рождения, ты говоришь? Mm-hmm. And how old are you today? Сколько тебе сегодня исполнилось? 30. 30. 30. Do you have any brothers and sisters? У тебя братья и сестры есть? How many? Сколько? Один младший брат. One younger brother. Вот младше меня на 10 лет. He is 10 years younger. It took that long for your parents to recover from a mistake like you. Столько лет ушло твоих родителей, чтобы оправиться от ошибки, которую они совершили с тобой. Well, you can't blame them. Ну, их трудно винить. What's the problem? В чем проблема? I mean, outside of your poor parents' problem. Ну, я имею в виду, кроме проблемы с твоих бедных родителей. Please offer them my condolences. Пожалуйста, передай им мои соболезнования. Без проблем. No problem. No problem. You're proud of a son like you? А они что, гордятся таким сыном, как ты? Я думаю, да. Ну, I think yes. Я сожалею, что не могу попросить тебя, Фрэнк, передать соболезнования твоим родителям. And I'm sorry I cannot ask you to... You know, send my condolences to your parents. It's ridiculous. Смешно. Proud. Они гордятся. Any parents in their right mind would just love to have a son like me. Знаешь, все родители здравого ума и твердой памяти гордились бы таким сыном, как я. Granted, there are many crazy parents. Ну, при условии, конечно, что много сумасшедших родителей. But meanwhile, there's you. What's your problem? Но, однако, перейдем к тебе. В чем твоя проблема? Моя проблема в следующем. My problem is this. Я не могу себя заставить начать писать книгу и начать писать диссертацию. I cannot make myself write dissertation or a book. Are you are you in a PhD program or something? Ты что, на кандидатскую степень пишешь или что? Да. Yes. Да. There are many people who don't make it. Ну, знаешь, очень многие так этого и не добиваются. They have ABD, all but dissertation. У них, знаешь, есть такая степень, которая называется «Все, кроме диссертации». He did all of the coursework, and we thought he was really going somewhere. Он прошел весь курс, и мы полагали, что он куда-то направляется. He did go somewhere out the back door of the university. Он направился, вышел через черный ход из университета. Yes. Yes. Да. Yes. Да. And it's men like you that make the real PhDs feel smarter. Но если такой человек, как ты, по-настоящему защитил диссертацию, он чувствует yes. себя еще умнее. Yes. Да. So there is a place for failures in life. Значит, ты должен знать, что есть место для поражений в жизни. Не знаю. I don't know. Well, you don't have to. You wouldn't, since you don't have your PhD. Тебе совершенно не обязательно об этом знать, да ты и не знал бы, поскольку у тебя еще нет защиты твоей кандидатуры. Happy to be able to inform you that. Но я счастлив информировать тебя. There is life after failure. Что есть жизнь после поражения. Not as much of a life, no. Ну, там не особенно приятная жизнь, нет. Not as high a level of life as a PhD would have. Это не самый высший уровень жизни, какой мог бы быть у кандидата наук. But there's simple pleasures for. Но есть простые удовольствия. Those who. Для тех, кто, знаешь. And you said your parents were proud of you. А кроме того, ты говоришь, что твои родители гордятся тобой. Did they expect you to get this far in your education? Твои родители рассчитывали на то, что ты так далеко заберешься в своем образовании? Да, естественно. Yes, of course. They did? Они ожидали? How far did they get? А они-то сами куда дошли? У моего отца... My father.
Если я не ошибаюсь, 7 классов образования. Has 7 grades of school. 7 grades in elementary school. See there. Видишь как, 7 классов. All right. У мамы высшее образование. And my mother has high education. High education. How high? Какое высшее? All the way through high school or something? Старший класс средней школы или что-то? Университет. University. In the undergraduate studies degree or postgraduate degree? Ты имеешь в виду, что она просто стала выпускницей университета, или она еще и в аспирантуре училась? Выпускница университета. Well, just undergraduate. Yeah, all right. Okay, so she's the brains of the outfit, and he does the heavy lifting. Да, она, конечно, является мозгом вашей семьи, и она тяжелый вес поднимает. That's the way it is, more and more frequently. Да, знаешь, это все чаще и чаще происходит. Male-female relationships. В отношениях мужчина-женщина. She's got the brains, he's got the strong back. У нее мозги, у него сильная спина. That's balance. Таков баланс. Но на самом деле, как бы, для меня важен не факт диссертации, получения степени. You know, what's important for me is not just the mere fact of dissertation or of the PhD. Well, good. Good thinking. That's the way that a lot of ABDs think. Вот это вот как раз про то, что все, кроме диссертации. I came to see what a hollow thing it was to get an academic degree. Я увидел, какая это пустая штука, академическая степень. They say these things. Да, так говорят. А у тебя есть? Do you have a PhD? No. Нет. No. But that's okay. I'm still smarter than you, so I don't need. Мне все равно, я все равно умнее тебя. That's necessary. Necessary. Нет необходимости. Billions of people don't have PhDs. Миллиарды людей не обладают степенью. And here comes another one. И вот еще один. So you're a statistic. Ну, ты просто пополнишь статистику. Я все-таки как бы хотел бы продолжить. I would like to continue. Ну хорошо, да? Well, that's okay. За закончить мысль, которую я начал, ты меня перебил. You interrupted me. Well, just like your degree program would probably be interrupted. You know. Ну точно так же, как твоя программа по защите диссертации была бы прервана. I would like to have finished. Я хотел бы закончить. Not everybody finishes. Знаешь, не все заканчивают. Many don't even start. Некоторые даже и не начинают. At least you started. И ты, по крайней мере, начал. What? Что? Порадовал ты меня. Well, you made me happy. Well, that's enough for an ABD. Просто. All but dissertation. Просто для этой степени. Все, кроме диссертации. And the academicians and the faculty, they do not want everybody to complete the program. И знаешь, те, кто на факультете, эти академические работники, они не хотят, чтобы у всех была степень. Да, они редкостные придурки. Yes, of course, they are absolute nuts. Well, nuts, I mean, they have the power. Да, они, конечно, придурки, но у них есть власть. They have you by the nuts. Они тебя за яйца держат. What? I don't know, I doubt that. You doubt it. Well, that's because you haven't written your PhD dissertation, done your research, etc. Ну и чего? Они-то тут при чем? То есть, как бы в данной ситуации это моя проблема. Where do they come in? This is my problem. They have the power. У них власть. If you don't do what they want. Если ты не сделаешь то, чего они хотят. Ну и чего? So what? What? So what? All right, that's very good. See, да, you're вот already хорошо. Getting adapted to post ABD life.
приспосабливаешься к этой жизни, которую ведет человек, не имеющий ничего, кроме, не имеющий, имеющий все, кроме диссертации. Фрэнк, я на самом деле хотел бы поговорить не о диссертации, а о неком вкладе, который я мог бы внести вот, как бы в науку. И тут contribution in science. Что вклад в науку? You mean like cleaning out the test tubes after the scientists get through for the day? Хочешь сказать, мыть пробирки после того, как на ученые ушли после рабочего дня? That's to help, no. This, we want our laboratories sparkling clean. Мы хотим, чтобы наши лаборатории сверкали чистотой. Да. I myself used to clean out toilets. Я сам раньше мыл туалеты. The toilet, the urinals, yeah. Знаешь, писсуары, унитазы. I had them shining and они gleaming. Они меня сверкали, сияли. Это до сих пор твое хобби? Is it still your hobby? No. Нет. It's going to be smart. Okay, you can be smart now. You're still a PhD. Давай, ты будешь умничать. You know, sneak out the back way of the university. Embarrassed, you know. Ты защитишь диссертацию, ты выйдешь посрамленный. You'll be such a smart ass. Да, ты такая умная задница. Make your jokes now. Hurry up, because сейчас it won't be long. Недолго тебе осталось. А сколько осталось? How long do I have? Well, I don't know. How long do you, when do you have to start, you know, prove to your professor that до того момента, как ты начнешь доказывать своим профессорам, что ты really have your idea for что у тебя правда есть твои идеи. Revolutionizing science, you know. Революционные идеи для науки. Etc. And you're going to write your dissertation. Что ты напишешь свою диссертацию? Etc. How soon do you have a deadline with him? Когда у тебя срок? Фрэнк, ты имеешь обыкновение вот переводить разговор в другую плоскость? Habit of taking the theme of conversation into to a different level. Well, because with a mind like yours, I know it drifts. Потому что, знаешь, с таким умишком, как у тебя, я знаю, что он блуждает. So I try to kind of get these flunking so-called almost PhDs back on task. Поэтому мне все время приходится возвращать к задаче этот так называемый кандидата наук, так называемого кандидата наук, который может быть им станет. Дело в том, что мы не до конца сформулировали задачу, поэтому, в общем-то, и происходит блуждание твое вокруг тех проблем, которые для меня не принципиальны. We are wandering, and we are wandering. You wait till the торопливый. You are too quick, you know. No, that's typical. Не слишком quick, тураж. Я мистер Раш. Your professor is going to be rushing you too. Where's the result? Where's the data? Представляю, как твои профессора первая глава твоих тезисов. And there you sit, like the philosopher. What's the rush? И ты там сидишь, как философ. Tell him that, you know. Им скажи об этом. Им скажи. They have schedules. Скажи, у меня расписание. You have to be intelligent and productive on schedule. Ты знаешь, тебе нужно быть интеллигентным и что-то создавать по расписанию. Yes? If you don't keep to the schedule, и если ты не придерживаешься расписания, some of them they're driving taxi cabs and cleaning out laboratories. Кому-то же надо водить такси и убираться в лабораториях. There is a place for those who fail in life. Есть место для тех, кто потерпел поражение в жизни. Yes. Да. Life is a pyramid. А жизнь как пирамида. And every pyramid и каждая пирамида needs a base. Нуждается в основании. There's not that much room at the top. Наверху не так-то много места. You must understand this. Ты должен это понимать.
Особенно если там ты. Especially if you are there. Well, those at the bottom can say, you know. Да, знаешь, те, кто внизу, могут говорить. How are things up at the top these days? Как там наверху сегодня? Pretty good, but don't move down there. Довольно хорошо, но только не двигайся. Yeah. Stable foundation. Да, стабильное основание. Many academic failures at the base of the pyramid of life. Да, знаешь, очень многие из тех, кто потерпел поражение в защите диссертации, находятся в основании пирамиды жизни. Я не считаю, что я нахожусь на основании пирамиды. I don't think I'm in the base of. All right, there's a little above the base. Да, ну может быть, там есть место немножечко выше основания. Там есть место. Intelligent failures. Для интеллигентных, для интеллектуальных пораженцев. Да? I worked with one man. He was very intelligent. Знаешь, я работал с одним мужчиной. Он был очень интеллектуальный. He was also a drunk. Но он также был пьяницей. And he was a criminal, but I mean, he was a. Он был еще и преступником, но я хочу сказать, one что он... Ruble kind of... Но он был такой, знаете, преступник на один рубль. He did 8 years in prison for something like $20. Он провел 8 лет в тюрьме за кражу в $20. I told him he should find a different line of work. Я ему сказала, слушай, тебе нужно найти другой способ работы. So the next time I saw him, he said he had a job. В следующий раз, когда я его увидел, он мне говорит, я нашел работу. I said, oh, yeah? Я говорю, да? What? As a dishwasher in a greasy spoon. It's a cheap restaurant. Знаете, ты стал посудомойкой в дешевом ресторане? He says, ha-ha, close. Он говорит, близко. I said, okay, assistant dishwasher. Я говорю, хорошо, ты стал помощником посудомойки. Bingo. Он говорит, попал. No. Попал. I said, you must be the most intelligent assistant dishwasher in the entire city. Я говорю, слушай, ты самый интеллектуально развитый помощник посудомойки во всем городе. Now this man, who was very handsome and intelligent, was a certified failure. И знаешь, вот этот человек, который был очень симпатичный и очень интеллектуальный, он был, у него просто диплом был по всяческим поражениям. Now you're not as good looking as he was. Ну, ты, конечно, не такой, не такой красивый, как он. You probably don't get as drunk as frequently as he did. Ну, и вероятнее всего, ты не напиваешься так часто, как он это делал. And you probably don't have to go down to the level of assistant dishwasher. Ну, и может быть, тебе не придется опуститься до уровня помощника посудомойки. Может быть, ты станешь главной посудомойкой. А каков функционал у ассистента посудомойщика? I do not understand. What is the function of the assistant of dishwasher? That was a little difficult. He just put the dishes out near the dishwasher. Знаешь, он просто подносит поближе к посудомоечной машине блюда. We could work something out for you. Ну, мы для тебя что-нибудь такое придумаем. It's a beautiful thing that there's a place for everybody and everybody in their place. Знаешь, вот есть такое прекрасное высказывание: есть место для всего и всякий на своем месте. Now some people, the system lets, it's not perfect, so it lets some people get higher than they should get. Знаешь, система ведь несовершенна, и она допускает, чтобы некоторые люди забирались выше, чем. But luckily we have screening devices. У нас есть средства экранирования. To catch them before they get too far up. И их отлавливают, прежде чем они заберутся слишком высоко. Now, dissertation is a wonderful screening device. Знаешь, вот это приспособление, называемое диссертация, великолепный отсек производит. Yeah. That gets a lot of them. Да, там многие попадаются. Happy birthday, dear. С днём рождения. I don't know why I said this. Не знаю, чего это вдруг.
Sheesh. Well, what? Что? Это смешно. Yes, well, I hope you remember that as you sneak out the back of the university. Да, я надеюсь, что ты вспомнишь, когда ты будешь крадучись выбираться через черный ход университета. Saying, you know, over your shoulder. И будешь через плечо вот так делать. Здесь. Well, your younger brother? Is he smart? Брат, он что, умный? Ну, что да. I think so. How far is he going to go in education? Как ты думаешь, в смысле образования, как далеко он заберется? To high school? До старших классов средней школы? Ну, он заканчивает университет сейчас. He's almost a graduate of the university. Almost a graduate. Почти заканчивает уже? In what? В какой степени? What's his undergraduate degree in? Lawyer. Lawyer? Юрист. He can hire you to clean out his offices. Он может нанять тебя убираться в офисе. There's always a good job and needed for good janitors. Знаешь, всегда есть хорошие для родственников всегда есть хорошая работа. Yes, and many many families have a younger son who does well. Знаешь, во многих семьях есть младший сын, у которого все в порядке. And then an older son who well, you know what I mean? Ты понимаешь, о чем я? So the parents talk to the younger son and say, could you take your brother in and make a job for him or give him a job or some of them even make up a pretend job for the family failure. Такую вот работу специально для неудачников в семье. I want you to sit by this door and count the customers and clients who come in every day. Можешь сидеть возле его дверей и считать клиентов, которые приходят к нему. But there are only three per day. Но там всего три в день. Okay, it should not strain your intelligence. Да, хорошо, но просто интеллект не надо напрягать при этом. You see. Then afterwards, then you clean, empty the waste basket. А после того ты можешь выбрасывать, вносить мусорные ведра. Run the vacuum cleaner. И пылесосом проходиться. Don't forget the corners. Углы только не забудь, не пропускай. Wipe out the ashtray. Там хорошенько протри. First empty the ashtrays, then wipe them out. Да, знаешь, только сначала надо выбросить мусор из пепельницы, а потом протирать. You have to give the most specific kinds of directions to some people. Нужно очень точные указания некоторым людям давать. No, Snicky. First you empty the ashtray, then you wipe it out. Знаешь, сначала выбрасываешь мусор, а потом протираешь пепельницу. Brother. Ой, эти старшие братья. Is the family embarrassment. Позор семьи. Most families have an embarrassing... Большинство семей, у них такой есть постыдный член семьи. Well, so how are your law practices doing? They ask your younger brother. Они будут младшего твоего спрашивать. Ну как твоя юридическая практика? Great. Великолепно. How's your older brother? А как твой старший брат? He's out of prison looking for work. Он сейчас вышел из тюрьмы и ищет работу. Well, this is the way it starts, you know. Вот так это начинается, знаешь, многое так начинается. For a lot of men. Но для многих людей. They reach their peak early. Они слишком рано своего предельного уровня достигают. Then starts the long downhill slope. А потом начинается долгое скатывание вниз. Are you married? Ты женат? Неофициально. Not officially. Not officially. What does your poor girlfriend say? Кто это твоя бедная подружка? Your unfortunate girlfriend. Твоя несчастная подружка. What does she say? Что она говорит? В смысле, о чем?
What do you mean? What, does she think you're intelligent? Она что, думает, что ты умный? Да, у нее есть такая иллюзия. Yes, she has this illusion. Oh, I was going to say, that's a... Я хотел, только что хотел сказать, боже. Got a dumb one, huh? Ага, так, ведь мы дурачок. Right, she's going to be completely puzzled when they kick you out. She's going to be puzzled. Тогда, когда тебя вышвырнут оттуда. Why? I always thought you were so intelligent. Она будет изумлена. Она скажет, почему? Я всегда думала, что ты такой умный. Then you have to explain it to her. Тогда тебе придется объясниться с ней. Slowly. Медленно. Well, I am. Ну, я такой и есть. Very intelligent compared to you. Умный по сравнению с тобой. But I'm dumb compared to the. Ну я дурак по сравнению с. Ну понимаешь? Нет. No. Нет. Yeah, you'll be able to explain it. Ну знаешь, ты сможешь ей это объяснить. Well, the goddamn academics just had this idiotic schedule, and I said, no, I'm not going to do it. Академиков такое идиотское расписание. Я сказал, нет, делать я этого не буду. There's a lot of failures in life who try to sort of cloak their failure in a rebellious rhetoric. Знаешь, есть очень много неудачников в жизни, которые оборачивают, рядят в тогу такого повстанца и бунтаря. Did you ever hear some of these idiots? Ты слышал когда-нибудь таких идиотов? I wouldn't bow to their idiotic demands. Типа я не склоню голову перед их идиотскими требованиями. Did you ever hear? Слышал таких? Таких? Like that? Нет. No. Well, be patient. Потерпи. You will. Ты услышишь. They tend to sort of flock together, you know. Знаешь, они перелетают с места на место стаями. The ABDs. Вот эти, которые сделали все, кроме диссертации. I don't know how they find each other. Sort of a secret society. Не знаю, как они находят друг друга. Это какое-то секретное общество. I think they can smell each other. По-моему, они по запаху находят друг друга. There's a failure around here. Ой, здесь кто-то потерпел неудачу. Yeah. So, birthday boy, did you have any reactions to me in this? Красавчик, какие-нибудь реакции были во время работы? Я думаю, просто изначально. I think that initially. Как бы не успели мы. Или ты не захотел намеренно четко определить задачу. Define the task. Вот. Who didn't want to define the task? You. I did. Я не хотел определить задачу. Well, that's because I thought it'd be too embarrassing for you. Потому что я подумал, для тебя это будет слишком стыдно. Yeah, okay. What other reaction, feelings? Другие какие реакции, чувства, которые у тебя были? Сначала было некоторое раздражение, нетерпение и стремление все-таки вот как бы обозначить то, что меня волнует. А потом я подумал, видимо, у Фрэнка метод такой. Well, Frank, his own method. Вообще махнуть рукой как бы на проблему и просто заниматься, так сказать, человеком. Forget about the problem and to deal with a person. Вот. Ну и после этого я просто начал как бы наблюдать за тем, как ты играешь словами. Watching the way you play with words. Well, that sounds like a very intelligent. Ой, это звучит так разумно. Boy, you could have fooled me. Ты мог одурачить меня. That sounds intelligent. Ой, это так умно. Not necessarily the level of intelligence that could help a man write his PhD dissertation, but возможно не тот уровень разума, который позволил бы человеку написать кандидатскую диссертацию. But I know you have a minimal level of intelligence, or я знаю, что у тебя есть минимальный уровень интеллектуальности. You couldn't put it in that over-intellectualized way. И ты можешь выразить это чрезмерно интеллектуализированным способом. You know what I mean? Ты понимаешь, о чем? Did I go too fast? Или я слишком быстро? Ha ha ha.
Anything else? Что-нибудь еще? It's tough. Да, это сложно. Ooh, and it hurts. Ой, как болит. Так, да. Let's say да. Скажи да. О чем? About what? It's tough. А что это трудно? А что именно? Tough what? What exactly? Right. Именно. Yeah. Huh? Right. Yes. Да, правильно. Yep. And, Okay. We'll talk to them. Хорошо, давай с ними поговорим. Reactions, questions, objections, free associations, свободные ассоциации, наблюдения. Екатерина. Мне очень интересно было, потому что, во-первых, очень типичный такой пример. Обычно, если кто-то с темой диссертации... Very interesting for me, because it was a typical example, because somebody always is working on the dissertation, on the PhD dissertation. Но всегда за этим стоит что-то больше. But behind that, there's something else bigger. И у меня, например, тоже такая проблема с моим собственным отцом. And have the same kind of problem with my own father. Он доктор наук, профессор, he's got his doctorate in science. Вот ваша дочь, она такая замечательная. And when people say to him that your daughter is so wonderful, she does wonderful trainings. У нее такие интересные методики. She has interesting methods, and we saw her on the television. Он делает мрачное лицо и говорит, она не пишет диссертацию. He goes like this, you know, she's not writing a dissertation. Yeah, yeah. Yeah, and he's very serious. Yeah, I know. That's one of the great pleasures that some fathers have. To always withhold approval. Знаешь, это одно из самых больших удовольствий, которые есть у отцов. Все время не давать одобрения. And as long as the daughter or the son is begging for father's blessing. И до тех пор, пока отец, пока дочь или сын умоляют отца о благословении. He's got you. Ты у него в лапах. When you come to the realization that you know, I can exist, live, have a happy, fulfilling life. Осознай, что ты можешь существовать, жить и иметь счастливую полную жизнь. Even if daddy or mommy doesn't give me their benediction. Или мама не дает мне своего благословения. See, we think this is just some out of date 5,000-year-old biblical мы говорим, что kind of thing. Это такое что-то библейское, что этому тысячи лет и так далее. Esau and Jacob wanted, who was it, Abraham? Как помнишь, or whoever. Blessing, blah blah blah. Или кто там Авраам давали свое благословение и так далее. It's still going on. Все еще продолжается. Oh, yeah. Here, здесь. Madison, wherever. Well, I used to think that I had solved this problem. Yeah. That I'm living in accordance with my own rules. Right. You know, in the beginning, I felt as if I was this old Frank, and my first thought was, well, when I was 30, I also thought about PhD, but I forgot about it. Are you 30 already? Yes, I am. Yeah, this is the way it seemed to me. But, you know, when you touched him on the level of self-respect, I realized that I didn't solve that problem at all. It's not because of the PhD degree, but... There are some other things which are still touchy for me. See.